Уголовное дело завели по факту избиения алматинскими школьницами молодого человека. Видео глумления появилось в социальных сетях накануне и шокировало казахстанцев. Кадры избиения выпускницы сняли сами. На них видно, как девушки наносят парню удары ногами, в том числе и по голове. Последний лежит на земле. Также на видео присутствует еще один юноша, помогая расправиться с недругом. Его, а также двух школьниц задержали. Причину жестокого поведения, а также мотив видеофиксации избиения сейчас выясняют полицейские. Несовершеннолетним грозит тюремный срок. Это статья 293, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Хулиганство», совершенная в группе лиц. В настоящее время проводится работа по установлению личности потерпевшего. В полицию он не обращался. Действиям несовершеннолетних будет дана правовая оценка, и они ответят строго по закону за преступные действия.